Всем привет! Меня зовут Ирина. Добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее новое видео поговорим о моих покупочках. Что-то я приобретала до отпуска, что-то во время отпуска, в отпуске, что-то после отпуска. Ну, в общем, покупки, приобретенные мною в июле. Сначала я вам покажу одежду. Также будут образы с каждой покупочкой. И у меня еще есть немного бижутерии, головной убор. Ну, в общем, поехали. Итак, первая покупочка – это вот такое платье. Приобретала его перед отпуском, но вообще приобреталось оно к моему дню рождения. Я планировала его одеть на свой день рождения. Вот такое вот платье длинное, в пол. Вот такую вот плиссированную складочку. Ткань такая легкая, с пышным рукавом. Здесь такой вот поясочек, сзади вот так завязывается. Ну, в образах все увидите. Оно такое нежного, нюдового серого цвета и с пудровыми такими краплениями платьишки. В общем, вот так вот. Шикарное платье. Ссылочку на него оставить не смогу, потому что приобретали его опять же в нашем торговом центре, в том же отделе, что я вам показывала в прошлых образах о летнем гардеробе. Мое коричневое, ну, такое мускатного цвета платье и кофточку черненькую. Это отдел, который непосредственно с Турции вещи возит, турецкие вещи. Ну, они, естественно, не бюджетные, но, в общем, муж мне купил это платье. Ну, так мне его и, как говорится, одеть не получилось. Поскольку у нас все последний момент, как говорится, моча в голову ударил, мы решили поехать на море. И поэтому на свой день рождения, и у меня день рождения был 21 июля, мы вот как раз 21 выехали, 23 уже были на море. Неделю провели на Черном и Азовском море. Кто не видел видео, ссылочку оставлю внизу в описании, посмотрите. Влог уже выложен. Вот, и соответственно... Море, жарко, какое платье, естественно, я уже, можно сказать, чуть ли не в купальнике отмечала день рождения, мы были на море, а потом просто пошли в кафе, и там шашлык, и как бы, ну, я не сняла, к сожалению. В общем, вот такое вот платье. Первая покупочка. Следующая моя покупка, это платье я приобрела в отпуске в городе Оренбурге, торговый центр «Армада». Кто живет в Оренбурге, кто захочет такое же, ну, сарафанчик себе приобрести, то вот ищите его там в торговом центре Армада. К сожалению, как называется отдел, я не помню. Но мне как сказали, что этот сарафан тоже из Турции. Может быть, кто живет, знаете, где там у вас отдел турецкой одежды. В общем, вот такой вот шикарный сарафан, тоже в пол. Такой легенький материал из поплина, как мне сказали. Карманами с двух сторон. В общем, очень легенькая, дышащая. Вот его я набрала с собой на море, она мне тоже там выручала. Проветриваемая очень хорошо. В общем, вот в этом вот такой вот сарафанчик пробыла, чему я очень рада, очень мне понравился. Вот так он выглядит сзади, вот так выглядит спинка. В образе вы видите. Да, вот так вот, вот. Ну, в общем, шикарный сарафанчик, такой классненький. Тоже приобретала его в районе около 5000. Ну, мы еще скидочку сделали по цене. Ну, я считаю, что это нормальная цена. Для такого сарафана, такой, его тоже можно и на повседневку, и на рядно, но вот как раз на день рождения именно я не платье, а вот этот сарафан одела, начала в нем. Так что вот еще вот такая вот моя покупочка. Следующая моя покупочка, это вот такая вот рубашечка. Покупала, приобретала ее на Wildberries, ссылочки оставлю. Это, ну, как бы российский бренд, девушка, по-моему, Олеся Чугунова, если я не ошибаюсь. Да, Олеся Чугунова здесь написано. В общем, вот такая вот классная рубашечка, удлиненная. Как бы вот сбоку она вот так как бы, ну, сделана красиво. Ну, рукава я уже подогнула, как бы я ее уже одевала. В общем, вот такая, чистых 100% хлопок. Вот такого вот салатового красивого нежного цвета. В общем, тоже дышащая. Ну, в общем, я уже вам говорила, я очень люблю рубашки. Ношу я их вот поверх, так же вот, как сейчас, на футболочку. В качестве второго слоя, когда вот жарко, да, вместо пиджака, жакета на футболочку, на маечку. Ну, и самостоятельно тоже, конечно же, одеваю. Но вот мне сейчас на лето очень нравится просто сверху накинуть и вот так вот ходить. Очень классная рубашечка, в общем, увидите в образах. Следующая покупочка тоже с Wildberries.
Это вот такая вот футболочка в молочном цвете. Футболочки, вы, как вы уже поняли, я очень люблю. Футболочек у меня очень много. Как говорится, футболок много не бывает. И мне захотелось такую вот футболочку с удлиненным рукавом. Тоже она очень нежная, классная. Она немножко помята, не обращайте внимания. В образах я ее отпарю. Видите, я еще ни разу ее не одевала. Приобретала тоже перед отпуском, но уехали, с собой ее не брала, как бы еще не успела поносить. Вот сейчас как раз самое время буду носить, когда уже не сильно жарко, нормально. Вот. Ну, материал тоненький. И у меня от этого сайта, ну, на Wildberries, где я приобретала футболку, оставлю ссылочки вам. Есть еще одна футболка в нежно таком желтом цвете. В летнем гардеробе я ее вам показывала. Кто не видел, кстати, летний гардероб, ссылочку оставлю внизу в описании. Проходите, смотрите. В общем, вот такая классная футболочка. Тоже, смотрите, в образом, в оверсайз. Ну, в общем, шикарная футболочка. Я обожаю. И еще одна моя покупочка тоже на Wildberries. Это вот такая бейсболочки. Бейсболочки тоже я очень люблю. Также их летом ношу, прячусь как бы от солнышка, чтобы лицо не загорело. Как бы, ну, не сгорело, как бы фотостарение, да, как вы знаете, все солнышко вредно для нас, женщин, чтобы не стареть, морщинки лишние не появлялись. Вот. Ну и также на осень, весну я всегда ношу вот такие. В общем, у меня вот такая вот белая появилась с эмблемочкой. Очень отличного, шикарного качества. Вот, приобретала, по-моему, за 1000 рублей. Ну, в общем, ссылочки оставлю, посмотрите. Сейчас не знаю, сколько она стоит. В общем, вот так она смотрится. Ну, еще и в образах я вам покажу ее. В общем, сейчас не буду показывать, как-то она мне не это. Потом в образах увидите. В общем, вот такая вот классная бейсболочка тоже. Очень мне понравилось. Шикарное прям качество. Вообще вот все регулируется сзади, там все. В общем, вот такая классная бейсболочка. Так, теперь перейдем к аксессуарам. Следующая покупочка — это вот такая вот сумочка. Приобретала ее в этом же отделе, где платье. Уже на выходе я ее заметила. Она как раз идеально вообще подходит, ну, в образах тоже посмотрите, под сумочку, под вот эти вкрапления, которые на платье розово-пудровые, да. В общем, вот такая классная сумочка, неудобная. Я, можно сказать, вот ее как раз и в отпуск с собой брала, в отпуске и здесь. В общем, все лето я, можно сказать, с этой сумочкой одной гоняю, насколько она мне понравилась. Она очень удобная, одевается через плечо. Там два отдела, как бы очень нормально все помещается. Вполне помещается и телефон, и салфеточки влажные, и ключи, и карточки. Ну, в общем, все необходимое. И зеркальце, там помаду, носик припудрить. В общем, чего. В общем, все, что необходимо нам, женщин, здесь все очень помещается, очень удобно. Вот так захлапывается. И выглядит очень классно, красиво. На лето такой нежный цвет тоже мне очень нравится. Не знаю, здесь называется Витачи, по-моему, бренд. Если найду в интернете такую сумочку, то я вам оставлю. А так, ну, по-моему, тоже турецкий, потому что все из Турции у них вещи. В общем, вот такая классная сумочка. Может, что-то подобное найду, оставлю в описании ссылочку. Такая классная сумочка тоже. Очень рада этому приобретению. Очень такая нежная, нежная кожа у нее. Прям приятное ощущение. Следующая покупочка — это вот такие вот очки. Приобретала их тоже в Оренбурге, в торговом центре Армаде, там же, где и сарафан. А там оптика отдел, смотрите, кто живет в Оренбурге. Подобные я, по-моему, видела на Wildberries, найду, ссылочку оставлю. Они вот такие не чисто белые, видите, они тоже молочные или слоновые цвета кости. Вот такой вот здесь как бы бренд, или что это обозначает, в общем. Не вникала. Ну, наподобие я видела очки на этом. Они такие желто-коричневое стекло. Ну, в общем, классно в них вообще. Они с защитой, у защиты идут. В общем, вот такие вот шикарные. Очень мне тоже понравилось. Тоже все лето их проходила. И на море собрала. В них прям вообще не вылазит все лето. Очень мне нравится. Так, следующее. Это у меня уже бижутерия. Вот такую вот цепь приобретала я на Wildberries. Ссылочку на этот ихний сайт на Wildberries оставлю. Я, в общем, можно сказать, у них много чего приобретала. Все цепи, которые я видео снимаю, вы мне видите, вы уже спрашивали, где приобретала. Все приобретала именно вот на этом сайте на Wildberries. Все у них разные, тренди, по-моему, называется ихний бренд. Приходит все это в коробочку. В коробочке хорошо упаковано. Там и в серебре, и в золото, и цена очень, так говорится, недорого. В общем, вот такая вот шикарная цепь. Тоже образ одену, потом покажу вам, посмотрите, как смотрится.
В общем, вот так вот тоже мне очень понравилось. Качество хорошее, но уже сколько у меня уже тем изделием. Ничего не трется, ничего не перетирается. В общем, как новое. Не окисляется, ничего. Ну, в общем, ну так-то она тяжеленькая, я бы сказала. Ну, не знаю, металл, не металл. В общем, вот такая классная цепочка. Сейчас они как бы в тренде, в моде. Уже второй, по-моему, даже третий год, да. Так что также продолжаем носить. Классная вот такая вот цепь. Следующая бижутерия уже пойдет у нас из Sunlight. Одна это вот на мне вот такая вот цепочечка. Приобретала я тоже перед отпуском. Заказывала на сайте. Ссылочки все оставлю в инфобоксе в описании. Проходите, смотрите. В общем, вот такая вот классная. Очень мне тоже нравится. Лаконично смотрится. Нижняя тоже я вот все лето в ней проходила, не снимая. Вот как прям вот одела ее, как купила, так в ней и хожу. И на море не ездил. Ну, в общем, классно смотрится. Очень мне нравится. И под него я также подобрала колечко. Вот такое вот колечко. Тоже классное там же. Ну, здесь маленечко оно потолще. Здесь как бы потоньше. Колечко само. А здесь как бы поплотнее. Я думала, как бы на руках все равно носишь, чтобы не стерлось, не тоненько, не сломалось. Мне понравилось. Там если тоньше, я оставлю как бы и ту альтернативу на кольцо и на это. Там уже сами смотрите, выбирайте. Вот так оно смотрится. Классно. Так вот тоже лаконично, ничего лишнего. В общем, шикарно. Мне очень нравится. Тоже в нем хожу все лето, не вылажу. Очень прям нравится. Очень мне зашли. Этот наборчик, ну как бы оно раздельно продается, я просто сделала как набор, так вот классненько все, шикарно. И следующие покупочки я уже приобретала в Sunlight в Оренбурге, как раз ко дню рождения собиралась одеть на день рождения, ну я их и одевала, это вот такие вот сережки, подбирала тоже, как бы у меня есть керамическое колечко беленькое, я вам показывала в покупках Sunlight, кто не видел тоже покупки Sunlight, оставлю в описании, смотрите. Как раз под керамическое колечко. И как бы вот здесь повторяется, да, тоже вот. Ну, как бы вот все сходится. В общем, тоже классно. Я сейчас прям при вас их одену. Очень шикарно. Тоже классно смотрится. Очень мне тоже понравились. Тоже ссылочки все оставлю. Вот так вот смотрится. Классно. Мне напоминает как бы вот эти вот, как тоннели, да, как будто в ушах. Ну, в общем, вот так вот. Такая вот красота. В общем, вот так вот. Так вот все смотрится. Шикарно, да? Ну, они такие довольно-таки нелегкие, но и не тяжелые, такие средненькие. Ну, нормально на себе. Ушко у меня не порвалось. Дальше как бы все на месте, все хорошо. В общем, вот. Такая вот красота. И в подарок мне как раз ко дню рождения, там сами знаете, что Sunlight делает подарки, а тем более ко дню рождения мне, ну я уже его распаковала, естественно, мне это все в коробочке, в этих все было в красные их фирменные пакетики, да, но это я все еще в Оренбурге распаковала, все как бы сложила. В общем, я выбрала, там на выбор нужно было выбрать подвеску любую. Я брала подвесочку в виде змеи, вот такую классненькую тоже. На цепочке одену, вам тоже покажу, как это будет смотреться на шее. Чем вот такая вот. Но это не серебро, это обычная бижутерия. Вот. В общем, это все мои покупочки на сегодняшний день, приобретенные в июле. На этом видео свое буду заканчивать. Ставьте лайк этому видео, конечно же, это помогает продвижению моего канала. Подписывайтесь, кто еще не подписан на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Подписывайтесь на мои другие соцсети, Яндекс.Дзен, Телеграм-канал. Там в Телеграме можно будет поплотнее, как говорится, общаться. И пока-пока, до новых встреч!